Друзья, всем привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня мы посетим один из ресторанов, который находится на территории нашего отеля в Доминикане. Это бразильский ресторан. Существует еще несколько других ресторанов, которые вы можете посетить по записи, помимо основного ресторана. Как видите, все столики сервированы, очень красиво, горят свечки. Такая вот романтичная обстановка. Итак, давайте посмотрим, какой ассортимент шведского стола в этом ресторане. Есть нарезки колбасы, сыра. Также различные горячие блюда. Это картошка, картошка фри, жареные бананы, блинчики. Также всевозможные салаты из свежих овощей. Выпечка на любой вкус, хлеб. Также запеченные бананы, юка, овощи, бобы. Ну и всевозможные запеченные овощи. Также есть стол, на котором вы можете попробовать различные морепродукты и салаты из них. Ну и, конечно же, стол с экзотическими фруктами. А также стол со сладостями. Изюминка этого ресторана, а также основным горячим блюдом, есть мясо на гриле. Готовят различное мясо: свинину, говядину, курицу, индейку. Официанты периодически к каждому столику приносят разные виды мяса, и вы можете их, конечно же, продегустировать. Нам очень понравился этот ресторан и его угощение, поэтому непременно рекомендуем вам его посетить. Ну а на сегодня это была вся информация, которой я хотела с вами поделиться. Я всем желаю хорошего вечера и до следующих видео.